Клево всем, друзья! Сегодня с вами сделаем два монтажа петли Гарнера. Один монтаж у нас будет классический, второй монтаж Гарнера у нас будет с отводом в виде косички. Приступим! Сначала вяжем самый обычный, простой монтаж. Самый распространенный. Берем катушечку с лесочкой. Примерно 20-25 сантиметров отмеряем, вяжем петлю. Складываем лесочку пополам, берем примерно нужный размер, я петлю вяжу 4-5 сантиметров. Вот у нас получилась вот такая красота. Теперь в петлю удавочкой одеваем вертлюжок с карабином. На карабинчик надеваем кормушку. И отмеряем, какой длины отвод нам нужен. Отвод должен быть длиной на 2-3 сантиметра длиннее свиса кормушки. Можно и больше, главное не меньше. Также вяжем петелечку. Некоторые рыбаки сейчас вместо петелечки здесь вяжут узел и поводок накидывают удавкой на леску, и узел стопорит. Отлично все держит, отлично работает, никаких напрягов нет, но я попробовал, мне так неудобно. Теперь я ловлю на шнур. На шнуре монтажи делать можно, но мне неудобно. Абразивная часть сильно слабенькая, и потери кормушек случаются чаще. Поэтому я делаю монтажи съемные. Они у меня хранятся в отдельном пакетике. Поэтому с другой стороны также вяжем петелечку под привязывание к основной леске. Как правило, у нас получается один конец длиннее другого. Таким образом мы можем вот, видно, один конец длиннее другого. Таким образом мы можем, привязав кормушку, прицепив, вязать на красном, использовать под поводок нужный конец. Поставили короткую кормушечку, привязали сюда поводок, к этому леску. Поставили более длинную кормушечку, сюда поводок, сюда леску. Некоторые скажут, что вот дополнительный элемент, за которого будет путаться поводок. Да, бывают такие случаи, но при правильной забросе этих проблем практически не случается. Удар в клипсу, у кого поводок выпрямляется, и проблем нету. После этого в
вот в таких вот пакетиках я храню поводки. Складываю их в пакетик по 3-4 штучки. Они у меня здесь лежат. Приехал на рыбалку, зарядил удилище, подготовил удилище, достал из пакетика, нацепил нужную кормушку, посмотрел, какой мне больше подходит, противоположный, привязал к основной леске. Все, монтаж готов. Второй вариант петли гарнера я вам покажу с отводом из косички. Отмеряем примерно 80 сантиметров метр лески. Примерно берем 25-30 сантиметров, складываем пополам, вяжем маленькую петельку под поводок. Теперь делаем косичку. Все делают ее по-своему. Я обычно зажимаю в зубах. И плету. Так получается косичка более плотная. Ну, сейчас вот так возвращаемся. Косичка нам нужна длиной сантиметров 15. Получается, как ее некоторые закручивают красиво. Сделали косичку сантиметров 15, вяжем узел. Все, отводик готов. Лишнее откусываем. Теперь вяжем петлю гарнера. Максимально стараемся близко к этому узелку. Петлю гарнера также я вяжу буквально 3-5 сантиметров. Больше я не вижу смысла. Надеваем удавочкой карабин с петлюшком. На обратном конце вяжем петелечку, чтобы крепить к основной леске. Не забывайте при вязании смачивать узлы, чтобы они лучше держали и были надежнее. Если мы оденем кормушку, то вот что у нас получается. Как и должно быть, косичка ниже кормушки. Вот такой монтаж. И вот уже видно, насколько хорошо косичка отведена от кормушки. Поводок уже отлично отведен. Еще желательно для монтажей использовать флюорокарбон. Он, конечно, подороже монолески, но по абразивным качествам лучше, и главное, он жестче. А жесткая леска
лучше отводит в сторону поводок и меньше перехлёстов. Его я также складываю в пакетик. Приезжаю на рыбалку, если, допустим, сегодня решил ловить петлей гарнера с отводом, беру петлю гарнера с отводом, привязываю, одел катушку, привязал крючок, я готов. Если произошел обрыв, их пакетики несколько штук, пакетиков таких несколько штук, быстренько привязал, готов к бою. Связали мы с вами два монтажа. Если кому понравилось, ставьте лайки, пишите, что вы думаете о них, пользовались, не пользовались, применяли, не применяли. Следите за нашими видео. В планах у нас отснять еще видео про петлю гарнера. Будем делать монтаж петля гарнера с фидергамом. Один монтаж, в котором петли гарнера фидергам будем вязать петля в петлю. Второй вариант, где фидергам будем крепить жестко. Смотрите нас, подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, друзья!